Привет, вы на канале Device. Сегодня на обзоре материнская плата от компании MSI, модель MEG-B660M Mortar Wi-Fi DDR4. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту материнку. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и разных девайсах к ним. Материнские карты серии MEG нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены. Плата базируется на чипсете Intel B660. Совместимые процессоры 12-го поколения для сокета LGA1700. Максимальный объем памяти DDR4 – 128 ГБ. Диапазон рабочих частот памяти – от 3600 до 4800 МГц. Специалисты MSI имеют огромный опыт по разработке высокопроизводительных материнских плат. Они отбирают лучшие схемы и компоненты, чтобы создать устройства, способные надежно работать даже в самых экстремальных условиях. По мере того, как процессоры становятся все более сложными и включают в себя все больше ядер, растут требования к системам их питания и охлаждения. Инновационные инженерные решения, применяемые на материнской плате MSI, такие как увеличенный радиатор системы питания и улучшенная электрическая схема, позволят полностью реализовать весь скоростной потенциал самых мощных процессоров. Полностью цифровая система питания – необходимое условие для хорошего разгона, ведь она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора. Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная подсистема питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора, гарантируя стабильную работу процессора на максимальной скорости. В сочетании с 8 плюс 8 контактными разъемами питания и эксклюзивной технологией Core Boost, цифровой стабилизатор напряжения Duet Rail с 12 фазами, выделенными специально под процессор, ядро позволяет материнским платам серии MEG легко удовлетворить потребности даже флагманских чипов. Защита от перегрузки. Процессоры и другие компоненты защищены от повреждения в случае короткого замыкания. Печатная плата из 6 слоев с увеличенным содержанием меди обеспечивает повышенную стабильность работы компьютера в долгосрочной перспективе. Технология Memory Boost. Полностью изолированная магистраль обмена данными с памятью позволяет добиться высочайших скоростей памяти DDR4. В сочетании с SMT-слотами и технологией MSI Memory Boost материнская плата MEG-B660M Mortar готова предоставить топовый уровень производительности оперативной памяти. Материнская плата обладает полноценной поддержкой XMP-профилей, благодаря которым можно автоматически загружать агрессивные настройки модулей памяти. Материнские платы MSI MEG предлагают отличные возможности по расширению конфигурации компьютера. Высокоскоростные сетевые, внутренние и периферийные интерфейсы помогают гибко настроить систему по своему вкусу. Система охлаждения M2 Shield Frozer. Наиболее скоростные SSD могут снижать свою производительность при высоких температурах. M2 Shield Frozer – это решение, способное предотвращать перегрев и позволяющее работать M2 накопителю на максимально возможных скоростях. Данная материнская плата поддерживает работу с типовыми системами жидкостного охлаждения замкнутого типа «все в одном», а также с кастомными самосборными. На плате есть высокоамперный разъем для подключения помпы. Высокопроизводительная материнская плата MSI наделена передовой функциональностью и технологиями, которые будут полезными для любого пользователя, будь то геймер, профессионал или компьютерный энтузиаст. Интегрированное решение DIY 2.0. Материнские платы, система охлаждения и корпуса MSI образуют единую экосистему. Вы сможете легко подключить все необходимое для организации эффективного охлаждения. Охлаждение Frozer AI. Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты с помощью технологии MSI AI Engine. Слоты PCI-Express Steel Armor на данной материнской плате имеют дополнительные точки пайки и усилены стальными элементами, что позволяет
позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений. Кроме того, такая конструкция слотов обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Lightning USB 20G. Высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2 на 2 обеспечивает скорость передачи данных до 20 гигабит в секунду, что в 4 раза быстрее USB 3.2 Gen 1. Стандарт Wi-Fi 6 с технологией MU-MIMO. Стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает в 4 раза увеличенную пропускную способность беспроводной сети за счет применения ряда инновационных технологий, включая OFDMA и двухстороннюю технологию MU-MIMO. Например, в отличие от стандарта Wi-Fi 5, в рамках которого пакет с данными может отправляться лишь одному устройству на каждом канале, в рамках Wi-Fi 6 пакеты данных могут объединяться и отправляться сразу нескольким устройствам одновременно. В результате повышается скорость обмена данными с каждым подключенным к беспроводной сети устройством. Порт 2,5 гигабита Ethernet позволяет передавать данные по проводной сети быстрее, чем при применении широко распространенного оборудования стандарта Gigabit Ethernet. Это отличное решение для требовательных пользователей. Подсветка Mystic Light. Ambient Link — это технология, которая позволяет создавать атмосферное освещение, гармонирующее с цветовой гаммой запущенной игры, пользуясь устройствами MSI со встроенной подсветкой Mystic Light и совместимыми продуктами. Для управления ей, в том числе по беспроводному соединению, служит приложение MSI Center. MSI Center — это совершенно новая платформа, которая сочетает в себе все эксклюзивные функции MSI. Теперь вы можете найти все ваши любимые функции, такие как игровой режим или интеллектуальный приоритет, на странице наборов функций. Создайте свой собственный центр управления так, как вы хотите. Все новейшие функции MSI, такие как Smart Image Finder, MSI Companion и многое другое, уже включены в новый MSI Center. LAN Manager — утилита LAN Manager способна автоматически определять тип приложений, которые пользуются сетевым подключением, и предоставлять наибольший приоритет самым важным из них. CPU Z-MSI Gaming — это инструмент, который собирает и отображает все данные об аппаратном обеспечении и процессоре вашего компьютера. Судя по отзывам в интернете, реальным покупателям в этой модели не нравятся следующие особенности. Дорогая. Писк дросселей. Мало разъемов для вентиляторов. А вот что пользователям понравилось в этой материнской плате. Красивый дизайн. Отличная система питания. 2,5 гиговый LAN. Радиаторы на VRM. Технология Crossfire. Удобный BIOS. Радиаторы на M2. Wi-Fi 6E. Два порта ARGB. Напоминаю, что подборку лучших цен на эту материнскую плату вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!